Каждая из команд ехала с одной лишь целью – победить. Поэтому с первых минут игры на стадионе кипели страсти. Из Анапы вслед за любимой командой приехали несколько сотен болельщиков, которые поддерживали игроков, не жалея сил. Игра никого не оставила равнодушным. Эмоции зашкаливали. Особый драматизм обеспечил гол, забитый в ворота анапчан краснодарской короной. Трибуны бушевали от эмоционального накала. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу соперников Анапы. Но тренер молниеносно среагировал и изменил тактику. Футболисты Анапы собрались и в течение всего второго тайма атаковали ворота тбилисцев. Итог игры 3-1 в пользу футбольного клуба «Анапа». Радости болельщиков не было предела. Награждается президент клуба «Анапа» Сергей Павлович Сергеев. Почетный трофей, который разыгрывается в крае с 1938 года в виде приходящего хрустального кубка под нескончаемые аплодисменты болельщиков, вручили президенту городского футбольного клуба «Анапа» Сергею Сергееву. Мэр курорта – самый главный болельщик нашей любимой команды. Он напряженно следил за игрой. Эмоции все в игре были, а сейчас осознание того, что мы сделали это дело. Это был миг настоящего триумфа для нашей команды и нашего города. Мы ехали сюда только за одной мысли – победа, выиграть этот кубок, поднять над головой и обрадовать наших болельщиков. Болельщики игрой очень довольны. Например, Олег Махнарылов приехал на родину из Сибири, где сейчас живет, и с удовольствием побывал на судьбоносной игре. Впечатления самые шикарные. Даже при счете 1-0, когда проигрывала команда, мы все равно верили, что клуб «Анапа» выиграет. Так оно и случилось. Счет 3-1 очень радует. Незабываемые впечатления. Наша команда вышла на новый уровень. Футбольный сезон 2015 продолжается, и впереди у «Анапы» еще 11 игр высшей лиги чемпионата Краснодарского края, который продлится до ноября. Ближайший матч состоится в субботу, 29 августа на стадионе «Спартак» в 17:30. Без сомнения, всех болельщиков ждет яркая и напряженная игра. Встретимся на стадионе. «Анапа» вперед!